Как я люблю месяц май. Все расцветает, солнце светит. Вот только насекомых много. По всему огороду жужжат, летают, ползают. А ты знаешь, Настя, что мы видим не всех насекомых? Многие из них живут под землей. И они совсем не безобидны для наших растений. В конце апреля, в мае, начинается активная жизнь почвенных насекомых-вредителей. Всеядные медведки весной становятся большой опасностью для молодой рассады. Летом повреждают клубни картофеля, корни капусты, клубни цветов и другие культуры. Личинки луковых мух портят лук и чеснок. Капустные мухи ослабляют капусту. Личинки майского жука подгрызают корневую систему плодовых декоративных деревьев, приводя их к гибели. Поэтому, Настенька, по весне нужно обрабатывать участок от почвенных вредителей. Сейчас я тебя научу. Терадокс. Во время посадки лука, картофеля или капусты внесите гранулы препарата в почву рядом с растениями. Это убережет огород от медведки. А чтобы обезопасить урожай от капустных и луковых мух, гранулы необходимо положить на поверхность почвы. Если страдают цветы, то внеси гранулы терадокса в почву вокруг уже высаженных растений. Можно заделать их на глубину 2-5 см. Таким же образом защищают землянику от медведки. Но делать это нужно после сбора урожая. Ну а если завелись муравьи, то гранулами препарата нужно посыпать муравейник или места скопления муравьев. Юрий Иванович, как мне помог ваш совет? Теперь, благодаря терадоксу, я не боюсь за свой урожай и за свои растения. Препарат на ура уничтожил всех вредителей. Терадокс – универсальное решение от всех почвенных вредителей.